Что? Лукас. Здарова! Рад снова видеть вас на моем канале, молодые! На связи пожилой Лукас. И в этот раз мы с вами узнаем о самых топовых танцах Fortnite за 500 V-баксов. Буду показывать и немного рассказывать о них. А также хочу вас обрадовать серией новых жирных розыгрышей, так что готовьтесь к халяве. Я теперь буду разыгрывать каждый день по 3 стартер-пака на Твиче, специально среди тех, кто онлайн на стриме, для самых близких и лучших, так скажем. А еще именно в этом видео я разыграю 10 стартер-паков специально для вас, и все, что нужно сделать, чтобы принять участие, это быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео, а также в комментарии написать, а какой твой самый любимый танец Fortnite. Плюс сюда же написать свой ник в Fortnite, чтобы я мог добавить тебя и связаться в случае твоей победы. Все результаты будут публиковаться в группу во ВКонтакте, либо видны вам прямо на стримах. Все ссылки будут в описании к ролику. Итак, танцы Fortnite. Пожалуй, это самая популярная тема в Fortnite, ведь именно этим когда-то он зацепил огромное количество игроков, так как не было больше ни одной игры, где эмоции можно было бы выражать настолько динамично и ярко. Но среди огромного количества танцев и эмоций есть те, которые стоит приобрести в первую очередь. И сейчас вы узнаете о самых топовых танцах в категориях смешных 500 V-баксов. Поехали! Номер 8. Новый круговой флосс. Однако интересно, появился совсем недавно, но рейтинги нового флосса растут на глазах. Видимо, было очень много желающих получить его и истекающих слюнками на алдов с оригинальным флоссом, так как игроки умудрились поднять рейтинг танца так сильно, что он влетел в топы. Этот флосс появился в игре, как я уже говорил ранее, совсем недавно, а именно 9 августа этого 2019 года. И буквально неделю назад его видели в магазине предметов в последний раз. Стоил он 500 V-баксов, и поэтому, думаю, многие успели его приобрести и накручивают флоссы в катках. Я и сам его прикупил, так как старого доброго флосса из второго сезона, увы, у меня нет. Но не будем расстраиваться и пойдем дальше. Номер 7. Давай виляй. Еще один относительно олдовый и очень крутой танец в нашем списке. Вигл, ну или же на русском, давай виляй. Я купил его в день выхода около полутора лет назад и не пожалел ни разу. По моему мнению, выглядит приятно. Непринужденно, да и музяка неплоха. Периодически появляется в магазине, но не чаще одного раза в месяц или в два месяца. Так что советую не пропускать, если не купили. Впервые появился в продаже в апреле 2018 года, ну а в последний день визита танец Вигл был замечен 24 июня уже этого 2019 года. В общем, обязательная эмоция для коллекции, отличный способ пофлексить в Fortnite. Ну а теперь номер 6. Спортивная походка. Довольно прикольная полуэмоция, полутанец с непонятным оригинальным названием. Все мы знаем, что наши локализаторы переводят как попало, или вовсе не переводят, а берут название с головы, из-за чего маленькая аудитория Fortnite, которая в силу возраста не знает языков, не понимает многих приколов в оригинальном английском Fortnite. Ну так вот, при чем тут спортивная походка, спросите вы? Да при том, что пока я собирал информацию для ролика, я узнал, что эта эмоция называется Pumpernickel. Звучит прикольно, а в переводе с немецкого это... В общем, за 500 V-баксов вы можете приобрести танец «Хлеб из грубой ржаной муки» для своей коллекции и быть рады прикольным движениям и звуку в придачу. Ну а мы пойдем далее. Номер 5. «Хочу в пляс». Вот это уже танец с действительно рейвовым звуком, что доказывает само название танца. «Хочу в пляс» — танец, показывающий нас то самое состояние, в котором ты уже не можешь сдержать ног. И они сами начинают двигаться в пляс под ритмы музыки. Впервые появилась возможность прикупить данный танец 12 апреля 2019 года. И так как танец относительно популярный, его довольно часто пихают в продажу. Вот буквально 15 августа мы могли купить его в последний раз. И тут говорить особо нечего. Прикольный танец, который так и манит своей музыкой самому затанцевать тут прямо за столом. Но нас ждет еще несколько эмоций, и мы переходим к ним. Номер 4. Шик и блеск. Эмоция, подходящая как никакая другая для того, чтобы показать, что вы потрясающие. Шик и блеск — относительно старая эмоция, но дешевая, и в свое время успела побывать популярной, и ее нахождение в топе — заслуга былых времен. Но это не делает ее менее крутой.
крутой, согласитесь. Впервые залетела в Fortnite в августе прошлого года, так что она уже в принципе-то старушка. Но в последний раз ее можно было купить 1 июня этого 2019 года, а значит, она еще востребована и ее покупают. Отлично подойдет, чтобы подчеркнуть крутой килл, либо потрясающий сет скинов на вас. Думаю, большего не скажешь. Прикольно, с приятным звуком и за копеечные 500 V-баксов. Неплохая покупка. Перейдем к призерам. Номер 3. Твист. Оу, да. Одна из самых узнаваемых эмоций в Fortnite и, как ни странно, не благодаря танцу, сколько благодаря музыке в нем. Офигенный живой мотив, довольно эпично звучащий под почти любые движения. Вы можете и сами попробовать под них пофлексить. Эмоция стара как мир, ведь ей по меркам Fortnite очень много, целый год. Некоторым из моей аудитории тогда 10 лет не было. Увидела мира на далеким июлем 2018 года, а в последний раз была доступна для приобретения 3 месяца назад в мае. Я лично недавно перешел на фоновую музыку в лобби с ее мотивами, и они довольно неплохо украшают фоновое звучание, как по мне топчик. Но сам танец мне не очень нравится, и поэтому, ребята, напишите ваше мнение в комментарии, как вам этот танец, и какой танец из этого видео вообще вам нравится больше всего. Мне будет интересно почитать и узнать ваше мнение. Но осталась еще парочка. Номер 2. Электросвинг. Довольно символичная и крутая эмоция, с невероятным звуком, яркий пример того, какой Fortnite веселый и задорный. Танец действительно круто выглядит и легко заучивается, и музыка на фоне просто вот в самую тему. Старый добрый Old Swing с американских школ прошлого столетия, только в новой подаче и с новой музычкой, да еще и в стилистике Fortnite. Офигенное сочетание. Добавили в Fortnite данный танец в октябре 2018 года, но так как он довольно популярен, его добавляют в магазин предметов очень часто, и у всех будет возможность его еще купить. В последний раз, например, он был в магазине предметов буквально 14 августа этого года. За 500 V-баксов стоящая покупка. Всем советую. Но теперь, пожалуй, настало время перейти к фавориту, вырвавшемуся этим летом по рейтингу в самый топ. Номер 1. На шарнирах, или же Billy Bones. Да-да-да, мой самый любимый танец наконец добавили в Fortnite. Спасибо Epic Games. Такова была моя реакция на него в день появления в магазине. Очень крутой танец с офигенным звучанием и интересной историей добавления. Я называю Billy Bones по-свойски и с любовью «калитка». Ну, звук скрипящий в моем представлении похож очень, что поделать. Появился данный танец у нас в игре в мае 2019 года, и 20 дней назад вновь была возможность его купить. И тут мое мнение с аудиторией совпало на 100%. Я дико угораю по этому танцу и не зря периодически вставляю в ролики этот мотив на фон. Офигенный бит, крутой флекс в движениях и интересный с точки зрения истории танец. Вы сможете, я уверен, вновь скоро получить всего за 500 V-баксов. И я советую, не раздумывая вам действовать, когда такая возможность появится. Молодежь, не забудьте подписаться на мой второй канал, где пока что проходят стримы и розыгрыши, и любители качества стримов. Жду вас на Твиче. Ну а на этом все, друзья. Не забывайте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши, и всегда быть в курсе всех самых интересных вещей мира Fortnite. Ну а с вами был я, дядя Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео. Всем пока!